Дорогие друзья, уважаемые коллеги, ровно 10 лет назад, получив одно из первых дилерств в Санкт-Петербурге, мы вместе с вами начали завоевывать этот рынок. В этот период мы продали более 8 тысяч автомобилей, что можно приравнять к численности населения одного из небольших российских городков. Мы вместе радовались продаже первым 100 машинам, потом первым 150, потом 200. За этот период сделано немало, и через этот период прошла целая эпоха автомобилестроения. И очень приятно, что мы вместе с вами все это время были в гуще этих событий. За эти годы GM АвтоВАЗ создал одну из крупнейших дилерских сетей не только в России, но и на просторах СНГ. Это говорит о том, что команда, которая работает на этом предприятии, постоянно совершенствуется, не стоит на месте и не ищет легких путей. Она всегда в поиске новых достижений. Я очень благодарен сотрудничеству с компанией GM АвтоВАЗ и за то, что смог познакомиться и подружиться с такими людьми, как Джеффри и Константин Баишев. Коллеги, еще раз поздравляю с юбилеем. Оставайтесь такими же креативными, пробивными, успешными и надежными партнерами. С безграничным уважением холдинг «Атлант-М» и лично я –